Всем привет, друзья! Это озвучка новой 213 главы манги One Punch Man со звуковым и музыкальным сопровождением. Это одна из самых лучших глав, а также одна из моих любимых озвучек. Надеюсь, она вам также понравится. Если так, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Друзья, давайте соберем 100к подписчиков. Всем спасибо за поддержку. А также отдельная благодарность донатерам Александру Буряку, Гному, Илье, Синха и Вове. Если тоже хотите поддержать донатом, ссылка будет в описании в закрепленном комментарии. Друзья, ну а прежде чем мы начнем, хочу познакомить вас с крутым художником и мангакой. Он рисует настолько хорошо, что сам Мурата может позавидовать. Молодой серебряный клык Бэнг из Ван Панчмана, Орочимару из Наруто, Берсерк и много других интересных рисунков, а также его собственная манга ждут вас у него в Инстаграме и ВКонтакте, где вы сможете все посмотреть и прочесть, а также наблюдать за процессом рисования и создания манги. Ссылки будут в описании. Обязательно переходите и подписывайтесь. Ну а с вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем! One Punch Man, 213 глава. Пробуждение богов. Что-то не так? Ты же сказал, что собираешься скопировать меня, когда я серьезен, и превзойти. Не так ли? Ну давай, попробуй. Все же было ради этого. Не понимаю. Я отвечаю ему с той же силой, но его каждая последующая атака становится еще мощнее. Я не успеваю. Нет. Глотаю пыль. Такими темпами один из его ударов в конце концов может меня прикончить. Даже сейчас Сайтама все продолжал расти. Скорость роста его сил и так прежде невиданных и несравнимых ни с кем даже близко внезапно начала нарастать по экспоненте из-за всплеска незнакомых ему ранее эмоций. И даже тот единственный, кто мог наблюдать его рост, бесконечно отставал от него. А, чувак, ты испортил всю мою одежду. Мне теперь как-то холодновато. Чёрт тебя дери! Теперь больше никому не узнать. Уровень силы Сайтамы. Серьезный чи. Это безумие! Что это, черт возьми, за монстр? Такое существо не должно свободно ходить по земле. То же самое можно сказать и обо мне. Это солнце? Вот оно. Нашел. Я могу телепортироваться в пределах моего зрения. Мне наконец-то повезло. Адиос, амигос. Наконец-то. В конце концов, я сделал это. Я вернулся. Я победил. Вау, этот прием был довольно потрясающим.
Я же отправил тебя в полет в другой конец! У меня немножко живот скрутило, но я сдерживался, пока не был ослеплен яркой вспышкой. А потом вышли эти газы. Они и дали мне тебя догнать. Это место. Мы вернулись? Ты целился сюда специально? Ну давай. В чем дело? Почему ты не убьешь меня? По сравнению с такими людьми, скрывающимися под масками, как ты или Кинг, я чувствую себя бездарностью и ненавижу это. Потому что я герой. А еще я пообещал тому пацану остановить тебя, не убивая. Я выполню его последнюю просьбу. Последнюю просьбу? Куда это ты? Пацан в той стороне. Это все моя вина! Я был слишком близко! Я... Тарео, так это правда. Я... То самое ужасное будущее. Ты ведешь себя странно с тех пор, как мы приземлились. Уверен, что никто с тобой ничего не сделал? Если бы даже и сделал, то только потому, что я слабак. Это просто смешно. Не победив тебя, мне не стать абсолютным злом. Но герой, который победил меня, говорит, я не создан быть героем. Ты мог хотя бы вести себя соответствующе, если бы ты просто закончил начатое, не болтая о бредовой справедливости. Я бы хотя бы мог покинуть этот мир как истинное зло. Теперь... Первый человек, которого я хотел спасти, изменив этот мир из-за меня... Он... Так ты хотел его спасти? Разве ты просто не цеплялся за него за поддержкой? Цеплялся? Я? Да что ты можешь знать? А? Так ты тоже. Невозможно, чтобы человек с такой силой сохранил здравый рассудок. Ну так что ты дальше собираешься делать? У меня к тебе одна просьба. Ты меня понял? Подожди. Ты хочешь, чтобы я скопировал твое боевое искусство копирования? Слушай внимательно. Ты наверняка можешь скопировать мою технику и даже превзойти ее. Я передам тебе технику запредельной мощи моего кулака, которую я не успел раскрыть полностью, даже украв силу Бога. Ты должен быть благодарен. И это ты называешь просьбой? Если честно, мне как-то пофиг. Но в любом случае, что это нам принесет? Попробуем и узнаем. Ну ладно, хорошо. Наверное, это будет что-то интересное. Можешь считать, что прошел все курсы по боевому искусству. Следи за моими руками. Если кто и может овладеть силой Бога, не касаясь его, так это ты. Молчать! Я забираю свои силы обратно! Ага! Соль?
Эй, ну сосредоточься! Они оба представили себе свои внутренние вселенные. Частицы и античастицы, сгенерированные космическим излучением Гароу, двигаясь в обратном направлении, субатомные частицы начинали имитировать движения друг друга. Так же произошло и в теле Сайтамы. «Давай, Сайтама! Иди и уничтожь его!» «О! Ты единственный, кто может это сделать! Ты должен уничтожить!» Это ужасное будущее! Сайтама начал перемещаться назад во времени. Вау! Не могу в это поверить. Твое боевое искусство и правда нечто, Гароу. Я ваше ужасное будущее. Угроза божественного уровня. Ага. Я могу просто сделать так? Я, наконец-то, стал им. Символом ужаса, который вергнет героев в отчаяние. Абсолютным злом. Спасибо. Гароу, это ты? Старик, так ты жив? Это форма. Что с тобой случилось? Настоящее время. Я наконец-то стал им. Символом ужаса, который вернет героя в отчаяние. Абсолютным злом. Спасибо. Удар аномальной силы со спутника Юпитера вернулся в прошлое и обрушился до того, как был совершен. Изменение причинно-следственных связей абсолютно неминуемо. Один удар обращается в ноль, завершая эту битву. А? Это же... Учитель! Гароу! Охотник на героев? Что произошло? Моя сила! Она... Куда она уходит? Куда это меня занесло? Последнее, что я помню, это как взрывная волна от атаки Гару откинула меня. Учитель! Простите, не рассчитал. Генос, ты напугал меня до чертиков. Так ты на самом деле живой? Продолжение следует. Вот и все. Настал конец Гароу. Дальше его ждет Сайтама-терапия, которая приведет его в себя. Многие недовольны тем, что Сайтама все забыл, и считают это несправедливым по отношению к фанатам, ибо им понравилось то, что многие герои пали от рук монстра Гароу. А сейчас получается так, что всего этого не будет. Если вас волнует то, что Сайтама ничего не помнит, можете быть спокойны, ибо Бласт и его дружки, скорее всего, все помнят. В их пространстве время идет совсем иначе, как говорил лично сам Бласт. Так что я не думаю, что нам показали эту масштабную битву,
Ее просто так оставят где-то в другой параллельной реальности, ну или в другом таймлайне. Что ж, на этом все. Пишите свое мнение по поводу этой главы и моей озвучки в комментариях. Напоминаю, ссылка на донат, а также на мой ВКонтакте будут в описании. Всем спасибо за поддержку. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока.